Пожитник ордена. Вот видишь, председатель Шахкома, а первый пришел к тебе. Что, уезжать собираешься? А что думаете, терпеть буду, как вы меня оскорбляете? Что вы мне вчера кричали? Я работаю, ночами не сплю, а вы меня такими словами, да еще при людях. За что? Ясно. Дезертируешь. Убегаешь от трудностей. Нет, вы посмотрите, какой он муску развел на весь поселок. Ведь это же цыганщина. Разложение. Чуждые мотивы. Это здорово, что-нибудь новое скажите. Скажу. Ты знаешь, ты кто? Нытик. Понимаешь? Нытик. Вы что? Еще сюда пришли оскорблять меня? Вам мало? Да нет, что ты, наоборот, я хотел... На курорт, что ли, собрался? На курорт. А ты провожать его пришел? Ладно, давайте без этого. Ты лучше скажи, как там насчет вашего метода? Ну? Давно городить весь Донбасс переплюнуть? А за нами дело не станет, у нас все готово. Вот пришли посоветоваться, Борис Николаевич. Да? А в профорганизации были? Нам сначала с инженером поговорить интересно. С инженером? А вот сглавлять кто же будет? Или, может быть, игнорируете? Слушайте, это просто. Мы у Хадаров были, и парторганизации нас поддерживали. Хадаров еще не парторганизация. Хадаров новый у нас человек. И чего, что новый? Хадаров у нас всего 3 месяца, а при нем уже и шахту начали перестраивать. И вот он теперь с нами над методом работает. А и ты же нам не верил. Говорил про нас, подумаешь, какие гении, Казадоев, Бугарков. Попрошу без этого при беспартийных. О! Вот какая музыка нужна нам, товарищ Петухов. Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой, через рощи шумные и поля зеленые. Вышел в степь донецкую парень молодой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали, повели с собой. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой направился парень молодой. Девушки пригожие тихой песней встретили. Уйди, я не хочу видеть тебя пьяным. Но я ж не пьян. Ну как я могу с тобой разговаривать? На тебя смотреть совестно. Такой большой, здоровый, а на что тратишь силу свою? А что я пью? Я ж тебя влюбленный. Скажи одно слово. Ну что я могу тебе сказать, Харитон? Принцесса! Турандот! Он, дружок твой. Иди к нему. Гуляки. Гуляки. Вы гуляки! Вот ты говоришь про организацию, возглавить. А почему на этого парня никто не обратит внимания? Да он же пьяница, совершенно некультурный, так сказать, деревенской, сырой. Мы тоже не такие сухие, нас тоже кто-нибудь учил. Ты говоришь пьяница, а я говорю, у него талант есть. Настоящий шахтерский талант. Дай бог всякому. То есть? Надо этого парня в руки взять. Что агитируешь, папаша, а? Надсвечки строишь над стариком. Совесть-то у тебя где? Так ведь с детства присмотра не было. Гувернантка с пожарными гуляла. И видать, вырос бродяга. Бродяга в Байкал переехал, навстречу родимая мать. Инструмент отпусти. Видишь, казенная вещь из клуба. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, Казаров. Слушай, я хочу с тобой поговорить как партиец с партийцем.
Тут черт знает, что творится. Ты с Петуховым объяснился, успокоил его? Подожди, тут политическое дело. Я говорю про этот метод Казадоева и Бугаркова. Хороший метод, цикличная система. Цикличная, цикличная, но могут быть неприятности. Нам, я говорю, политически невыгодно сейчас выдвигать таких людей, как Казадоев. Что это за фигура? Старик, хвостист, в квартире икон, а Бугарков кандидат партии у него на поводу. У Бугаркова тоже иконы? Не знаю, я у него не был. Жаль, что не был. Почему инициатор цикличной системы у нас на шахте? Старого шахтера ты считаешь хвостистом? Я не об этом. Я говорю, что организация должна стать во главе. Партийные или профсоюзные. А то ведь получается, они инициатор, а мы с тобой как так сбоку. Ведь это же неверно. Политически неверно. Ну, хоть на этот раз ты со мной согласен. И на этот раз не согласен. Ерунду говоришь. Ну как, товарищи, можем начинать? Пожалуй, можно. Сейчас разговаривал с заведующим шахтой. Так. Он намерен назначить вас временно, пока болеет Никифор Степанович, главным инженером. Что? Ну? Ну, не могу. Желаю вам мора, пожара, гибели от дурной болезни, разных несчастий, разорения, избежать. Шутник, Иван Сергеевич. Ну, Никифор Степанович. Товарищ Уфынин. Здравствуйте. Савелий Никитич. Здравствуйте. Надо поправляться, Никифор Степанович. Сам знаю, что надо. Ничего. Присаживайтесь. Дела ваши плохи, Никифор Степанович. Ай ты. Петухова назначают вместо вас. Как Петухова? А вот так. Петухова. Уже, можно сказать, назначили. А Никифор Степанович куда же? Не знаю. Но это же несправедливо. Я в этом не участвовал. Столько лет он проработал, и вдруг его ученика на его место. Лида, успокойся. Я не могу успокоиться. Товарищ Усынин. Да? Но вы ведь профорганизация. Повторяю, это не моя инициатива. Это же Хадаров. Хадаров? Угу. А я к вам побежал. Усынин, там просто истерику устроят. Вас дискредитируют. Ладно, ладно, мне это не интересно. Так ведь... Да нет, я, конечно, не позволю. Что за ерунда? Да? Нелепость какая. Здравствуйте. Здравствуйте. Никифор Степанович, как здоровье? Ничего, благодарю вас. Кашляю вот только. Спрашивайте о его здоровье, а сами за его спиной. А я не буду молчать. Я хочу все высказать в глаза. Как же это так? Ни с того, ни с сего увольняют главного инженера. Кто увольняет? Я не слышал, что увольняют. А я должен узнать. То есть еще мнительные люди, ужас. Ну а чего я такое сказал? Ничего особенного. А что ты сказал? Что назначает Петухова временно главным инженером, пока болит Никифор Степанович. Просто в разговоре сказал. А кто же сказал, что увольняют? Вот, товарищ Усынин. Я попрошу. Без этого. Я вам не мальчишка. Я не позволю себя марать в глазах народа. Какой он странный. Волнует, кричит, зачем солгал. Почему солгал? По-моему, просто перепутал. Не понял, в чем дело. Никифор Степанович, а? Что вы думаете о Петухове? Справится он с работой? Должен бы справиться. Знаете, он очень способный, молодой человек. Очень способный. Это куда вы, товарищ Усынин? А что? Да я вот тут покупки сделал, думал, еще застану вас. Чего это вы взволнованы? Да ну их. А, это у вас все с Хадаровым. Да. Похоже, что он вас выживает. То есть? Но ведь подорвет авторитет и... Чего? Ну, это мы еще посмотрим. Подорвет. Ха? Так что нового, как видите, в нашем деле очень немного. За 100 лет каменноугольная промышленность сделала не ахти какие большие шаги. Хотя жили и до нас умные люди. Можно обедать. Я, Никифор Степанович, все-таки так и не понял, как вы, как главный инженер, относитесь к способу Казадоева-Бугаркова? Да как отношусь? Цикличный метод, хорошо отношусь. Только, видите ли, в условиях нашей шахты этот способ удлиненных лап едва ли можно применить. Трудно. А я, Никифор Степанович, с вами немножечко не согласен. Да. Хоть я и не инженер, но знаю, если мы понатужимся, нажмем, то сделаем. Дело в том, что товарищ Хадаров не раз нам указывал и всегда был прав. Ну, поправляйте. Ну-ну. Я у вас еще буду.
Ну что вы ходите за мной? Я здесь не заведующий. Давай, давай. Надо, ребята, я в гости посмотреть. Сюда пришел. Ну как же они теперь будут? А в шахту я их все равно не пущу. Ну да. Нам не надо людей, которые приходят на работу, когда хотят, уходят. Нам нужно постоянного рабочего, честного. Прогуляли они, значит, и вас предупреждаю. А чего? Мы ничего. Мы не прогуливаем. Мы вот за них хлопочем. Имейте в виду, что они к Хадарову пойдут. Хадаров, Хадаров. Да что вы меня пугаете Хадаровым? Зав шахтой я. О! Ну, до чего же вы легки на помине, товарищ Хадаров? Я прям удивляюсь. Ну вот, пусть товарищ Хадаров вас и разберет. Ну и разберет, ну. Это в чем дело? Вот этих ребят за прогул уволили, о. А, Крамаренко, Малахов и Кроваткин. Да. Тебя тоже уволили? Нет, пока мисс не за что. А их что же, неправильно уволили, что ли? Да считаем, что неправильно. Так, значит, на работу приходили вовремя, не опаздывали, не прогуливали. Не знаю, десятник говорит, опаздывали. Так что же за них хлопочете? Да ну, хорошие ребята. Ну да, выпить не дураки. Ну вот видите, ребята, у всей администрации терпение лопнуло. Уходите. Да, чуткости нет. А ты опять пьяный? Зашибает он по этому делу. А ты? Я тоже. Раньше зашибался. А теперь бросил. Разрешите? Да. Да. Как говорится, перековался. Посещаю драм-кружок, учусь на артиста. Оно и видно. Артист. А вот человек погибает среди людского моря. И погибнет в основном через любовь. Чрезвычайно влюбленный. Кого? Соню Оську, знаете, блондинка такая. А-а-а. Довольно. Хорошая девушка. Ничего. Ты что же, работаешь плохо из-за любви? Нет, работает он хорошо. Только эффекту полного нет. Вот Казадоев учит его, так говорит, что с него толк получится. Большой толк. Да-да. Казадоев тебя хвалит. И действительно, гляди, парень-то какой. Видный, красивый. Ведь красивый же парень. Кто? За тебя любая девушка пошла бы, но кому же интересно с пьяницей жить? А это ж можно перековать. Довольно зубы точить, Ваня. Я серьезно говорю. Валяете вы дурака. А могли бы быть хорошими шахтерами. Вы что, ждете, что вас вон такая участь постигла, как этих Кроваткиных? Учитель твой, Казадоев, сейчас большое дело затевает. Ты бы должен его правой рукой быть. Чем ты хуже других? Давай, Харитон, так договоримся. Я тебе буду помогать. А ты дашь мне честное слово, что начнешь учиться и будешь как следует работать. На эту силу ты не надейся, этим сейчас не возьмешь. Умнее способы есть. Ну, даешь слово? Не может он вам честного слова дать. Почему? Характер у него недоступен. Я же говорю, зашибает он. Страшное дело как. А вы все-таки подумайте, ребята, я вам плохого не желаю. Да. Мягко стелит. Чего он дело говорит? Действительно надо подумать. А то попрут, как прогульщиков. Закон эти не хахоньки. А я чего говорю? А-а-а. Конечно, правильно. Это закон. Но с другой стороны, закон нам пить не запрещает. Пивная открыта. Вот тоже правильно. Харитон Егорович, пойдем по махонькой, по последней трахнем. А? Пойдем трахнем. Пойдем. Появляется народу, всех хотим мы удивить. И завтра будем только воду, только воду будем пить. Будет Ваня жить красиво, будет девушек любить. И не водки, и не пиво, только воду будет пить.
так. Значит, с сегодняшнего дня принимаем на себя обязанности главного инженера, а? Пока болен Никифор Степанович. Да выходит, что принимаем. Ладненько. Садитесь. Сейчас и приказ заготовим. Послушай, дружок, я хочу поговорить с тобой по-свойски. Хорошо, пожалуйста. Сколько тебе лет? 26. Ну да, я так и думал, не больше. Из молодых до ранней. У тебя, говорят, есть девушка в Москве. Есть. Да-да, ты говорил, невеста. И ты скучаешь без нее, правда ведь скучаешь? А вам, собственно говоря, какое дело? Еще так. Я ему советую, а он сердится. Что вы мне советуете, отказаться? Уехать? Ну да, а вы будете кричать, гнилая интеллигенция. Нытик, так что ли? Да ведь ты сам хотел уехать. Вещи собирал. А как главным инженером назначили, так остался. Это, знаешь, карьеризмом пахнет. Дешевая провокация. Ну, как ты сказал, повтори. Провокация. Ясно? Товарищ Петухов. Что? Я попрошу. Без этого. Интересно. А кто тебе дал право со мной так? Ну вот, приказ и подписан. Ну, желаю успеха. Стараюсь. Ничего, ничего. Это же глупость. Чего? Дикость! Да-да, идиотство! А чего ты волнуешься? А может быть, это будет действительно хорошо? Да. И потом Ходаров тоже настаивает. Ходаров. Ходаров, наверное, давно нового директора подыскивает. Слушай, товарищ Чусынин. Ты понимаешь, чего ты говоришь? А что же? Ходаров, наверное, обо мне думает, чтобы и меня как-нибудь того. Я тебя не понимаю, товарищ Усы. Ну да, меня ты не понимаешь, а Ходарова понимаешь. У него он все алкоголики, дружки. Он даже к Харитону Булону учительницу приставил. Он потворствует хулиганам, пьяницам, дебоширам. И я не знаю. Если хочешь, то, может быть, все это делается и не без определенного смысла. Ну, это слишком. Насчет этого ты брось. И все равно, я думаю, мы должны сигнализировать, должны написать в райком. А то ведь нам с тобой потом отвечать придется. А вдруг что-нибудь такое случится? А Петухову напишем это. Ведь заставил он тебя назначить Петухова. Нет. А ты не покрывай, нет, я знаю. Ты сам сейчас сказал, Ходаров наставил. Как ты не понимаешь, он срывает единое начальство. Сам вырывается вперед, она затемняет. Напишем, травлю тебя и меня, это два. Пьяница Харитон Балун. Это три. Не помнишь, у него прогулов не было? Нет, прогулов у него не было. И опоздания не было? Нет. Ну да. Это тоже характерный факт. На всякий случай напишем прогульщик. Пока там разберут, я верю, он докатится. Ходаров покровительствует прогульщикам. Правильно? В бассейн проведено три трубы. Первая наполняет бассейн за 15 часов. Вторая за 12 часов. Третья выливает всю воду за 10 часов. Какая часть бассейна наполняется, если открыть все три трубы на один час? Что? Ну, если открыть все три трубы на один час. Это что, все сейчас решать? Ну да. От курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой, через рощи шумные и поля зеленые, вышел степь донецкую. Парень молодой, через рощи шумные и поля зеленые, вышел в степь донецкую, парень молодой. Макар, а у тебя большие способности? Ты бы мог в пивной выступать. Могу. Там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали,
повели с собой. Девушки привожие тихой песней встретили, и в забой направился парень молодой. Девушки привожие тихой песней встретили, и в забой направился парень молодой. Видал студента? Какой тихий стал. Я, Ниночка, в раз все не могу. У меня памяти нет. Это почему же? Я так понимаю, что я ее вином сильно попортил. Вы хоть теперь не пейте, Харитон Иванович. Да я не пью, Ниночка. С вчерашнего дня ничего в рот не брал. А душа, наверное, горит. Требует душа, да. Уйди, Ваня, прошу как человека. Простите, товарищ педагог Харитон Егорович, там Макар Ляготин пришел, может, ты музычку послушать хочешь? Уйди, Ваня, некогда мне. Подумаешь, государственное дело, премьер-министр без портфеля. Пойдем. Это ничего, нет. Лишь в арифметику углубился. Желает показать себя в полном блеске. Выламывает из себя этого бухгалтера. Да-да, герой и леди. Студент. Да не хочу я об этом. Нет-нет, ты садись. Садись. Из-за него народ из шахты уходит. Она даже разговаривать не желает. Правильно, Ваня Курский тебя принцессой называет. Действительно, принцесса есть. Ну и пусть. Что пусть? Пусть называет. А вот вам стыдно за Ваней Курским повторять. Вы партийный секретарь. Я тоже могу спросить. Ваше-то какое дело в чужую душу заглядывать? Ты погоди, я по дружбе хотел сказать. Парень он видный. Ты сама это знаешь. Я ничего не говорю. Вот если не пил. Не пил. Но тут много от тебя зависит. Ты должна повлиять на него. Это все в твоих руках. Заставь его учить, он перестанет пить. Поручаетесь? Ну что ж, могу поручить, пожалуйста. Да он сейчас не пьет. Говорит, никогда не буду. Ухаживает. Ну, сейчас будет дело. Уходи, Макар, уноси свою гармонь, уноси. Харитон Егорович, есть дело. Опять пивали. Я тебе серьезно хочу что-то сказать. Ну чего ты? Сонечка, твоя где? В садике с Хадаровым гуляет. Ну? Да, он ее там уговаривает, понял насчет чего? А тебя за студентом сделал, рот огляд, вот так глаз, понял? Брешешь? Ах, брешу. Ваня, постой! Я тебя сегодня не сватываю, меня в таком тонком деле квалификации не хватает. Но, по-моему, если вы действительно друг друга любите, а что он тебя любит, я знаю. Я тоже. Почему же вы не встретитесь, почему вы не поговорите? Учишься? Ну-ну. А они гуляют. Чего это? Вон там, полюбуйся. Вот это работа. Да, Харитон Егорович. Теперь я вижу твое дело телячье. Здорово, здорово. Я? Ну как, Кузьма Петрович?
Вот, у нас такое дело разгорится, что только держись. Но заминки никакой не будет. Да ведь без заминки нельзя. А почему ж нельзя? Можно и без заминки. Ну ладно. Хорошо. Ну пошли, товарищ. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, никогда еще не бывало такой длинной лавы. И потом кровля тяжелая, мокрая. Обязательно будет обвал. Ты думаешь? Вы смотрите, какой лес ставят. Как нарочно. Да, я смотрю, Борис Николаевич. Значит, плохо смотрите, Асан Петрович. Гнилой. Слышь, слышь, Измайлов штравит. Начальник участка коммунист. Что же делать, а? Простор какой, красота. Чего? Хороша лава, говорю, ампир. Ампир? Ха, вот под суд пойдем, тогда будет ампир. Да, конечно, можем пойти и под суд, из чего не доглядим. Ага, Асан, иди сюда. Ну как? Подрывают. Чего это? Подрывает, говорю, твой авторитет. Кто? Кто? Ну, Петухов. Чем же это подрывает? Ну, кричал сейчас на тебя. Не слыхал. А ты что насчет лавы скажешь? Хороша лава. Тут можно такую добычу дать, что сам Алексей Григорьевич Стаханов ахнет. Это именно что ахнет. Я тебя не понимаю, усынец. И чего ты каркаешь, как ворон? То есть? А с петухом хочешь меня поссорить? То лава тебе не нравится. Не понимаю. Нет, ты видал? Это уже линия. Ходаровская. Да брось ты, пожалуйста, честное слово. Борис Николаевич, я хотел... Да? Управление кровлей, как вы сами знаете, сложнейшее дело. И недооценивать этого нельзя. Ну? Вы подумайте. Вот говорят, может быть, обвал, и тогда сами понимаете. Товарищ Захаров, я, кажется, исполняю обязанности главного инженера. И, естественно, за все отвечаю. Значит, есть уверенность? Если бы не было уверенности, нельзя было бы рисковать? Да-да. Да. Да. А я остаюсь при своем мнении. У меня свои уши, свои глаза. И я тебя еще раз предупреждаю. Если что-нибудь случится, я не отвечаю. Отвечать-то я один буду, Иван Сергеевич. Боишься? Боюсь. А как ты думаешь, не будет тебе боязно, если я донесу, что вы с отцом колхозный амбар? Иван Сергеевич, вы же сами. Знаю, не гавкай. Ты что же, продавать меня вздумал? Забыл, как я тебя маленького нянчил. Сукин сын. Товарищ Кузьмин! 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 Десятник! Эй, черт, куда запропастился? А в которых местах стойки подбивать? Я укажу. А вообще у тебя в голове дым, фантазия, гармонист. Иван Сергеевич. Тут не только стойки людей подбивать надо. Ну, сколько раз сказано, Харитон, Ваня Курский. А ты только гуляешь с ними, песни поешь, Шаляпин. Это будьте спокойнее, Иван Сергеевич. Фу, жарко. Кузьмин, ну куда ж ты пропал? Так ты смотри, Леготин, старайся. Учить приходится. Ну, бестолковый народ. Ну ладно, давай, давай, пошли. Положение у вас в этом деле очень шаткое. Чуть что, и вы мне партии. То есть? Но ведь какой-то цирк устроили из шахт. Я кричать буду. Я к Ходарову пойду. Вот дурило. Ходаров тебя слушать не будет. Тут надо в райком сообщить. Но ведь это ваше дело. Вы начальство. А мое дело предупредить. Пиши, мы предупреждаем, будет катастрофа. В тире должен быть обвал. Неловко это. Пишем в райком, а ведь я, между прочим, беспартийный. Пиши! Алло? Кто? Нету Сынино. Пиши. Могут быть человеческие жертвы. Человеческие жертвы. Да-да. Thank you.
500 грамм для пробы. Какие 500 грамм? Администрация просит держаться в рамках. Ну, Ваня. Пиво, ну. Да, ты знаешь что? Напиши ей письмо, как будто от меня, как я в нее влюблен. В стихах? В стихах, как ты умеешь. О, моя любовь летит тебе, как птица. Какая птица? А че? Ты знаешь, что такое любовь? Любовь, любовь, это... Никто не знает! Любовь, это как тиф! Харитон Игорь, ты понежнее. Ты же подумаешь, что мы хулиганы какие. Правильно? Правильно. Ну, это... Быстрой рекою в долине птицы поют, под бархатным куполом синим далекие звезды встают. Как выйти, родная, навстречу тихой луне в этот нежный ласковый вечер? Ты придешь ко мне. Вань, угадай, что я хочу. В данный текущий момент, Харитон Игорь, ты желаешь выпить еще немножко пивка, а? Ну и послушать легкую музычку, как-то танго, я так понимаю. Правильно. Ну, маэстро, маэстро. Ну, публика желает танго. Безобразите вы, ей-богу, как будто бы черт знает куда пришли. А у нас вот видите, вот... Тихо. У вас, у них. Да что к вам физическую силу применить? Примени! Харитон Егорович, гляди. Избегает. Соня! Я тебе сказала, никогда не приходи в таком виде. А Хадаров лучше? Лучше меня? Конечно, лучше. Соня! Соня! Вань, я хотел ей одно слово сказать. Ну и сбегает. Да разве так с ними? Бери кирпич и дуй. А, здорово. Здорово, Ваня. Соня! 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 Принцесса! Соня! 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 На стол зашли алкоголь. Да что вы с ними цацкаетесь, с хулиганами? Окна бьешь, дебошир. Не бил я окна. Как ты не бил, когда я видел собственными глазами? Милицию надо вызвать. Не имеешь права. Она невеста мне. Невеста? Ха. Видали же никого? Никакая она тебе не невеста, хулиган. Будешь. Ну? Ну? Чего это они? А Вани Курского нет. Угу. Я видела, вместе шли. А теперь убег. Скрылся. Я здесь, мама, вот я. Ну так что ж ты? Ну? Иди. Ну и пойду. Ну? Ну. Хочешь уделить мне внимание? Да.
хочу уделить. А я думал, кроме Петухова, Балуна и других, там тебя больше никто не интересует. Слушай, ну чего ты с ними возишься, я не понимаю. Я бы давно на них рукой махнул. Это я говорю тебе, как партиец-партиецу. Партиец? Угу. А ты знаешь, что говорил Ленин? Я думаю. Он высмеивал тех, кто думает, что надо сначала воспитать хорошеньких и чистеньких людей, а потом уже строить социализм. Ленин считал, что социализм будут строить люди, воспитанные капитализмом, им испорченные, развращенные, но зато им же закаленные в борьбе. И я верю, настанет еще день, когда этого Харитона мы будем в партию принимать. Партию? Балуна? Да, Балуна. Ты видишь только, что он пьет. А не хочешь видеть, что в человеке там заложено настоящее зерно? Что он может стать замечательным забойщиком? Ты вообще настоящим человеком? Балун, человеком. Теория. Уже были случаи, когда враги честных рабочих толкали в болото пьян, чтобы дискредитировать, довести до прогула. И ты, значит, я враг? Да погоди. Я говорю, наше дело не допускать людей до прогула. Ну? А ты как посторонний наблюдатель. Зачем ты ведешь себя так, усынин? То есть? Откуда ты взялся так? Может быть, анкетку заполнить, а? Ты позоришь партию? Товарищ Ходоров! Что, мы цацкаться с тобой будем? Народ тебе нам всю жизнь сломает хребет, если ты будешь мешать работать. Хорошо. Уходи! И запомни, мы не позволим тебе это барское обращение с людьми. Мне наплевать на твой гонор! Ладно. Не сдержался. Алло. Алло. Оглохло. Секретарь райкома. Секретаря райкома. Слушаю. Я, да. Что? Не понимаю, какое гонение? Демократию душит. Затравил. Ну, травит, да, меня травит. И жевает. Наплевал в самую душу. Ладно, хорошо. Я завтра к вам приеду. Тишечка, товарищ Ходоров, там секретарь из райкома. Вас прямо срочно требует. Попроси его, пожалуйста, сюда. Объясни, в чем дело. Как? Негодяй ушами хлопал. Там же Иван Сергеевич народ везде. Ну как же я мог? О, ура! Нет, ты гляди, Харитон Иванович, как 1 мая. Слыхал, Харитон? Погорков 16 норм сделал, а Казадоев 20. Вот они безобразничали. Ай. И вас бы так встречали. Ну, где уж нам? А что?
Я, например, Асан Петрович, тонкой кости человек. Так? И интересуюсь тихой жизнью. Мне этот шум, аплодисменты, мне вред. У меня от этого голова болит. Ей-бей. Я уж как-нибудь сплю. Да? Да. Разрешите, товарищи, митинг по случаю неслыханного рекорда товарищей Казадоева и Бугоркова считать открытым. Представляется товарищу! Ты смотри, как твоего старика возвысили. Орел просто. Орел? Я, товарищи, как говорится, неподготовленный к докладу. Я не могу все в тонкости объяснить. Пускай товарищ Усынин скажет. Или же Витя Бугорков. Ну что ж, мне приятно. Большое спасибо, что вы нас так встречаете. И музыка, и ура. О, значит, не хуже людей. А я-то все думал, повсеместно, герои, летчики и так далее. Да. Я ведь 50 лет... На шахтах с лиштом нахожу. Вот мы с Витей придумали. Мне ведь товарищ Ходаров так и сказал. Ты, говорит, товарищ Казадоев, старайся, на тебя партия смотрит. Ну, я, конечно, по всем ночам не спал. Все думаю, не уж лишь сорвусь. А нет. Витя мне много помог. Он, наверное, инженером будет. В конце концов. Вот. И товарищ Ходаров нам поддержку оказал, и Петухов Борис Николаевич, и так далее. Нет, большое спасибо всем! Да здравствуй, советская власть! Ух, как напугал дьявол! Захарова, ну дайте Измайлова. Куда они исчезли? Что там такое происходит? Да? Казадоев и Бугар... Ага. Проболел. А который тут Петухов? Петухова сейчас нет, он в шахте. А. Это все его дела, как организатора. Большие дела. А если не будет обвала, я тебя завалю. Нет. Шахтеру первого ранга, заслуженному деятелю горного искусства, дармен. Насмешки. Духи. Ежели тебе скажем, не надо, отдашь старухе, сгодится. Ваня. Ну вот, Маруся, мы с тобой вдвоем остались. Видала, как меня весь поселок поздравлял? Видала? Mm-hmm. А почему?
Почему мне такой почет? Потому что я человек правильной жизни. Ну уж, расхвастался. Нет, ты подожди, подожди, отца. Допустим, я помираю. Опять за свое. Господи, спаси. Ты слушай, все помрем, ничего хитрого нет. Ну вот, возьмем меня. На войне я не бывал, стихов не писал, и летчиком не был. А вот помру, ведь тоже вспомнит. Скажут, был Казадоев. Рубал уголь. И как рубал, дай бог всякому. Ты это понимаешь? Понимаю. Все понимаю, Кузя. Некультурная ты все-таки женщина. Выдумщик ты, вот что. Сидел, уговаривал. Раз ты сам не можешь даже девушку сговорить. Вот что, Макар! Я, Харитон. Поаккуратней, ей-богу! Ты мне в душу не лезь, я не железный! Придешь к Хадарову, скажи. Извините, я против вас такую подлость сделал. Здорово, Сан Петрович. Я до вас, товарищ Хадар. Вы слышали, наверное, какая глупость получилась. Женщин в общежитии потревожил. Да, слышал. Говорили мне, что ты неисправим. Даже из поселка убрать хотели, чтоб ты не позорил шахту. Казадоев тебя учил. Думал, тебе шахтер получится настоящий. Я тебе помогал, книжки давал читать. А ты вон как читаешь. Я читал. Читал. Вот тут вы мне одну книгу хорошую дали. Как ее? Забыл фамилию. Дубровский. Какая книга? Это я просто забыть не могу. Вот что. Ты мне зубы не заговаривай. У нас сейчас разговор не про Пушкина. Судить тебя будут. И тут уж помочь я тебе ничем не могу. Суд разберется, кто из вас виноват. Ты или Ваня Курский, или еще кто. Ваня не виноват. Значит, ты. И я нет. Ха. Выходит, я ломал стекла. После суда зайдешь.
Поговорим. Здравствуйте, Харитон Егорыч. Здорово. Какое несчастье у тебя, Харитон, я слышал. Че? Несчастье, говорю, суд. А? Да, дело серьезное. Может, уйти тебе отсюда, смотаться пока не поздно. А то, знаешь, дадут пятерку, и ваши не пляшут. Это ты рожок наломал. Ты что, ты дурень? Что ж, Ванька? А в чем тут Ванька? Ваня со мной стоял. Выходит, я стекла бил. Выходит. Ответственность вся на тебе. Ответственность, испугал. Ответим. За все ответим, не страшно. Рожа! Ну ты все-таки полегче! Ты мне лес нормальный делал! Ответственность! Я тебе лес отгрызать не буду! А я отвечу! За все отвечу! Ничаешь во всю силу. Уголь, он как зверь, с ним хитрость нужна. Видал в цирке зверей? Видал. А? И вы, медведи? Видал. Ну, морды у них ужас какие. А человек, их воспитатель, в клетку вошел, и они сидят, как ученики. Тихонькие. А почему? Потому что он их слабость знает. Так же и уголь. Он может задавить человека. Если человек не хитрый, и он может покориться, ежели понять его слабую струну. Клеваш, понимаешь? Ну-ка, дай-ка молоточек. Видал? Вот, огорячиться в таком деле совершенно не следует. Да ты, говорит, пес, ты бери, так пыль, потихоньку. Вот, ребята, подружимся, хорошо жить будем. Я за порядком вас глядеть буду. Вы же народ озорной, за вами глаз и глаз нужен. Харитона нет. Вот ему сюрприз. А я, ребята, нарочно так сделала. Пожалуйста, спешка клуб на суд. Бабунат судить будем. А, спешу поздравить, так сказать, законным браком. Спасибо. Простите за нескромный вопрос. Это не вашу ли супругу собирать судьи? Там... Моего! Ах, вашего. Харитон. Ну-ка, встань, Харитон. Я тебя чего-то хочу спросить. Как же ты, а? Девиц по ночам пугаешь, окна бьешь, двери ломаешь, а? Этого ж не было. Чего такое? Он же выпивший был, он ничего не помнит. Я тебя не спрашиваю, адвокат. Садись. Я, Кузьма Петрович, садиться не могу, мне на одну секунду. А потом как свидетель я обязан. Он ей говорит, Соня, дорогая Сонечка, это уж когда он выпивший был, а она не то застеснялась при подругах, не то что, в общем, возьми, скажи. Это, говорит, знать не знаю, кто ты есть такой алкоголик. Ну, а вино ж сами знаете, как там портвейн, виноградное, это разное, его ж мешать с водкой нельзя. Чего ты? Ну, я тоже, конечно, не мог удержать его, потому что сам, как говорю перед вами, перехватил лишний подарок. Ну, чего ты смеешься? Это вот
не оправдание, а выпивший. Ну, если это не оправдание, так я не знаю, что. Я и сам могу выпить. А? Но соображение, говорю, надо иметь. А то что же это такое получается? Сегодня ты выпил, окна побил. Завтра я выпью опять тоже. И эдак мы никогда к одному единому не придем. Придирки! Как это то есть придирки? Я про дело говорю. Хулиганство разное мы позволить не можем. Это значит пятно на всех шахтеров положить. Правильно? А ты знаешь, кто вы такие шахтеры, а? О, электричество горит. Это мы, шахтеры, его зажигаем. Поезда во все концы идут. Это мы их двигаем. Да, во всей стране нашей шахтеру почет. И шахтер обязан понимать, кто он есть такой на земле. Где ж это видно, чтоб шахтер стекла бил, а если он не бил? Ваня, ты меня не перебивай. Еще раз крикнешь и до свидания. Я сам вижу, ни один он безобразит. Дружки у него худые, в яму его тянут. Но мы и до дружков доберемся. Твой-то каков, а? Он у меня серьезный. Я человек беспартийный. Может, тебе и слушать меня вовсе не интересно. Но я тебе все-таки скажу. Ты разве тебе здесь место? На этой самой скамье, на подсудимой? Ты бы по-настоящему на портрете вовсе не. Вот как я сижу. Как Витя Бугорков. Чтоб все видели, какой ты есть человек. А так, до чего ты себя довел, а? Смотреть даже некрасиво. Как тебе самому-то не стыдно, Харитон? Нет, ты мне ответь, как тебе не стыдно? Садись, Харитоша. Садись. Там не было. Почему, гудок? Ну что, я говорю? Теперь ты сам видишь, вредительство. Ходаров работает, а ты только мешаешь, заявление пишешь. Вот это и есть вредительство. Как? Никифор Степанович, ведь вы тоже предупреждали. Да-да, я ошибался. Теперь я вижу, что точка зрения Петухова и Казадоева самая верная. Ага, и вы? Ну ладно, я вас всех раскопаю. А-а-а. Да. Это ты скомандовал тревогу?
поднимать панику? Несчастье. Ты был в шахте? Был. Ну что, придавил там кого-нибудь? При мне нет. Ну вот. Вот поди к народу и скажи им об этом. Сам поднял панику, сам и успокаивай. Граждане! Спокойно, товарищи! Спокойно! Спокойно, дорогие товарищи! Это тревога провокационная! Это паника! В обвале не пострадал ни один человек! Что? Соболина! Казатонева Соболина! Ну, как? Где? В людской проходке! Так, ну... Тихо, товарищи! Пришли вместе! И вдруг вас бьет! Ну что ж ты, как диктатор? Гляди, Макар. Да. Если сегодня не мы его, так он нас. Слушай. Ну, с Богом. Что мне нужно делать. Упустишь. Не уйдет. Сейчас нащупай, сейчас Семен Андреевич. Спрячь лампу, дурак.
Будете меня успокаивать, ободрять? Буду, если надо. Не надо. Я виноват. Из-за меня и Казадоев пострадал. Вот видите, вы мне доверяли, а я вас подвел. Теперь все пропало. А можно без мелодрамы? Я этого не люблю. Слушайте, товарищ Ходоров, не рисуйтесь. Я не верю в ваше спокойствие. Все это внешне. В шахте у нас вредители. Этого только вы не понимаете. Распустил Нюни. Я виноват, я виноват. Неужели вы не понимаете, что действуете этим воплем в пользу врага? Принимаете на себя вину и тем самым укрываете действительных преступников, всякую сволочь и мразь. Заходи! Я хочу рассадить. Харитон Егорович, садись. Я хочу раз такое дело поговорить. Пустите меня в эту лавку. Я у Казадоева учился. Да, но сейчас не в этом дело, Харитон Егорович. Зря. Опасности там никакой. Харитон, человек нам дороже всего. Ну, я и говорю. Стойки укрепили. Теперь там хоть пляши. Подобрались хорошие ребята. Много народу желает в эту лавку показать свою работу. Правильно думаешь, Харитон Егорович. Работу в этой лаве надо продолжать обязательно, Борис Николаевич. Ты понял, как будет? Я уже со всеми говорил. Все ребята на рекорд согласны. Теперь только за тобой дел, понял? Понял. Да подожди, жевать, ты же все-таки не корова. Гляди, усыден забурился. Я с тобой серьезно говорю. Я знаю, Харитон Егорович, ты хочешь, чтобы я полез в ту лаву, где Казадоев? Ну? Я в вал. Ну да. Харитон Егорович, мне же моя жизнь дорогая. Ну, в деньгах я, собственно говоря, не нуждаюсь, как это некоторые. Ну, без духового оркестра тоже могу прожить, как это известно. Вот и все. А вообще ту лаву закроют. Все? Все. Это глупости. Ну, глупости, идем спросим. Да подожди, я уж говорил. Ну, идем спросим. Усынин, вот я у тебя хочу спросить. Лава, где Казадоев был? Все пьянствуете. Да я дело хочу спросить. Ты вот что имей в виду. Мы эту вашу мелкобуржуазную стихию прекратим. Mm-hmm. Да. Это ходоровское руководство вас распустило. А теперь довольно. И дружку своему Булону передай, и ему хвост прижмем. Цапать с вами не будем. А вот Харитона ты лучше бы не трогал. А тебе я специальный вопрос поставлю. Ну да. Да. Поставь. Поставлю. Поставлю. Ох, давай, Володя. Ты меня напугал. Ничего, напугаю. А, давай, бывай. Теперь Усынин нас прижмет. Идем с испуга по стопке примем. Я у тебя спрашиваю, ты пойдешь на рекорд или нет? Ну вот опять ты тоже самый, Харитон Егорович. Ну и двигай дальше, понял? А были, называется, дружки. Марусь. Что тебе, Кузя? Может, Морсу? Ходорова позови. Профессор, тебе надо по медицине. Заведующий поехал в город, скоро привезет. Я говорю, Ходорова, скажи, Казадоев помирает. Что ты, Кузя? Мы только жить начали. Ход тебе какой дали. Ходорова мне перед смертью поговорить надо. Уехал Ходоров. Все равно. Пусть позовут. Скажи... Казадоев, мол, просит. Гудки тревожно загудели, народ бежит густой толпой, а молодого канагона несут с развитием. Обидно. Дружка потерял. Поссорились. Да. А вот зачем вот? Черт, все знает. Прощай, Марусь.
Вся поликовая, и ты, братишка, стала вот, тебя я больше не увижу, лежу с разбитой головой. Добрый Иван Семенович, и музыка вас не берет, и песни не развлекает. Это ж не твоего ума дело, Макар, понять всю тонкость моей души. Понять-то можно, Ваня. А кто был ярый каналонщик, я ухо дорочка твоя, тебя увидела здесь на шахте, а я осталась одна. Оскорбили тебя, насмеялись, а за что? За ударную, можно сказать, работу. Я бы на твоем месте ушел. Или остался бы и насолил им. По секрету могу сказать. Есть тут один человек, он может даже дополнительную зарплату положить от себя. А это за что ж мне зарплата? Давай, Ваня, выпьем еще по одной. Вот обвал устроили. Чуть нас с тобой не придавило. А власть их покрывает. Ты чего, Макар? Против советской власти? Власть тебе не нравится, а? При чем тут власть? Я не про это. Прощай, народ! А ну, погоди, погоди. А про какого ты мне тут человека говорил? Я тебе ничего не говорил. Как ничего? Ты что ж думаешь, я пьяный? Дурак я! Какие ты мне деньги предлагал? За что? Вов, это вторая смена. Тебе, наверное, сейчас заступать. А ты пьешь. Это не моя смена. Я свою смену знаю. Хотя я и разочарованный человек. Эх, Ваня, Ваня. Чего, Ваня? Жулик Ваня, да? Никто меня не понимает. Но Тусынин говорит, поставлю вопрос. Что значит поставлю? Может, я сам на него могу вопрос поставить? Может, я сам в душе Стаханов? В душе? Да, в душе. А что ж ты думаешь, у меня души нет? А нет. Может, у меня душа больше всех? Может, ширше всех? Может, мне вот этот гудок вот душу рвет? Погоди, погоди. Это какие же он мне деньги предлагал, а? За что? Гад! Ну как? Консилиум. И немедленно. Жизнь бы только сейчас наладилась. Все как дьяволы эти завистники. Свалили моего Кусю. Товарищ Хадаров. Я Кузьма Петрович. Кончаюсь я. Ну что ты, Кузьма Петрович? Мы еще с тобой рыбу ловить будем. Ваня Курский говорит, лещи какие. Нет. Вчера я еще думал, поживу. А сейчас вижу, не жрец я. Нет. Кузьма Петрович, доктора, сейчас я их спрашивал. Говорят, поправишься. А мне плохо. Душа горит. Я хотела священника позвать. А товарищу сын против.
сердится. Стахановца позовут. Ведь это же в крокодил заметка. Не мешай. Это ведь не твое дело. Я тебе не советую. Ведь ты за это будешь отвечать как партийный организатор. А ты что же? Перевоспитывать ее сейчас будешь? Да. Ну и Ахадаров. Мы хотели предупредить вас. Начинаем массовый рекорд. Да-да, воздушной магистрали крепления проверили я и Никифор Степанович. Да-да, проверили, проверили. Неужели, ребята, сорвемся? Не справимся, а? Начинаем. Пусть Кузьма Петрович не обижается. Я его достигну, прям говорю. Пошли, ребята. Сегодня, Кузьма Петрович, по твоему способу в одну смену 40 человек будут работать. Вот посмотрел. Да, хорошо бы. Здравствуйте, Иванович. Встречаемся? Ну вот опять новости. Вы были против меня, что я подрываю парторга, а Хадаров заставляет меня папа приглашать. Чего? Папа, говорю, священника, служителя культа. Да я вижу, Хадаров допустил ошибку. Ну да. Ошибся, что своевременно не поставил вопрос о исключении тебя из партии. То есть? Вредный ты человек, Усенин. Ага. Пойдем выше. Иди туда, товарищ Хадаров. У тебя дела. А мне немножко легче стало. Эх, как весело гудит. А жаль, что Ваня Курский с тобой не пошел. А ну его, дурью мучиться. Вон он, слышка, наш красавец идет. Морда-то гляди какая. Сельтеме. Ай, Макс, че ты, дурак? Да ну, говори. Здравствуйте, товарищ Хадаров. Здравствуйте, товарищ Ваня Курский. Понимаете, хочу тут одного гад поймать. Какого-то гада? Хотя я и разочарованный человек. Но ты мне это брось. Подумаешь, разочарован. Ну-ка, дохни на меня. Дело не в этом. А в чем? Можно вас на минуточку? Понимаете, сижу я в пивной, вдруг Ляготин покупать стал. Говорит, насоли им, и есть какой-то человек, который мне может деньги выдавать. Как будто я какая-нибудь... А ты подумал, почему на тебя покупать стали? Подумал. Не понял? Понял. Кто этот человек, который должен был тебе деньги выдавать? Не знаю. Я хотел Ляготина в морду. Он убежал. Поймать бы надо. Я бёсточка поймал. Куда он убежал? Не знаю. Эх, голова. Врага отпустил, понятно? Так ведь своим же парнем считался. Песни какие хорошие пел. Стерево. Песни пел. Товарищ Хадаров, а что, если я выйду и при общем собрании скажу? Скажу так. Я знаю, что рабочий класс есть жестокий класс, когда ему гадят. Но он же есть и добродушный класс, когда ему признаются по-честному. И вот я сознаюсь, был дурак и глупый. Но обязуюсь этого больше не делать. Как вы думаете, простят меня в таком случае? Товарищ Хадаров, а? Делами, Ваня, делами доказывать надо. Ну вот пустите меня на этот рекорд, товарищ Хадаров, пустите, ей-богу. Ваня Курский обязательно меня завалит. Вы со мной можете пострадать, Иван Сергеевич. Не каркай. Завтра вместе уйдем. В самый разгар, как смена начнется, подбивай стойки. В трех местах, как я говорил. Один обвал был, а не думаешь, случайно. А второй, плану и методы крышка. Ну, действуй. Слушай, я воздушную магистраль нарушил, будет паника, и ты тут не зевай. Прославил труд страну свою и время, родной простор изведанных дорог. Идет вперед Ахтановское племя, и душа Торы твой на упорёк. Идет вперед Ахтановское племя, и душа Торы твой на своим трудом взрывая груз породы, пластов угля глубины проходя. Сильней шахтеры силою народа и обогреты маскою дождя. Сильней шахтеры силою народа и обогреты маскою дождя.
сейчас и в боевое время, стоя страна шахтерам дорога. Пойдет вперед, татаровское время, пойдет вперед, хранить свою врага. Пойдет вперед, татаровское время, пойдет вперед. Здесь делаете, Никита? Вот завинтить надо. Безобразие, слесаря нет. Идиот какой-то раскрутил. Это вы сейчас раскрутили. Уж, наверное, я. Вот-вот. Вы завидуете Петухову, который обогнал вас. И пошли на вредительство. Вы все шутите, Иван Сергеевич? Понятно. Срыв сегодняшней работы – это удар по методу. Удар в самое сердце. Расчет у вас правильный. Я, мол, говорил, что в условиях нашей шахты нельзя. И не вышло. Так что ли? Вы с ума сошли? Не кричите! Как вы смеете? Тихо! Помогите! 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 Негодяй! Как вы смеете? Помогите! Так что ж тут? Товарищи, вот виновник обвала! Я поймал его! А ну давай поднимай голову! Видите трубу? Товарищ Петухов, да. Вот кто мешал вам работать! И из зависти вредить начал, ясно? Убери кулак. Я думаю, тут еще не все ясно. Вот она интеллигенция-то! Друг дружку прикрывают! Давай, веди их на гора, там разберем. На гора! Ваня, я? Угу. Я Ваня. Так вон ты какие мне деньги предлагал! Это он меня? А вы чего сидите, Никифор Степанович? У вас же дело в шахте. Как? Вы, так сказать, некоторым образом замешан? Могут действительно подумать, что это я? Никто этого не подумает. Идите, Никифор Степанович, да? Идите. Почему его отпустили? Негодяй. А вы, товарищи, давайте в шахту. Не будем из-за одного мерзавца терять время. Пошли, ребята. Вредителя отпустили. Честного человека позорят.
А ведь ты, честный человек, не работал в этой смене. Зачем же ты полез в шахту? И почему обязательно показательный участок? Что? Необходимость была? Не имеете права, не доказано. Уже доказано. Кузьмин, вы потеряли лампу. Спасибо. Пожалуйста. Это не моя лампа. А чего вы волнуетесь? Зачем вы мне ее дали? Не вы ее подсунули Ходару в шахте? Не я. Значит, вы знаете, что ее подсовывали. Откуда я знаю? Действительно, откуда вы знаете? Я сейчас легко тебя слишком поймал! Где он? Ну! Иди сюда! Разрешите представить, суку! Ага. Вот тот, кто пришибка Задоева. Продали, Иван Сергеевич, а? Продали меня. Дурак! Корзинкин, ну я пойду, у меня дела там в шахте. Иди, я с господами не сам подлежу. Рассказывай мне, Маруся, рассказывай. Тогда я не усну. Ну вот, значит, полезли они в шахту, все твои ученики. Костя Зайцев, Петров Яков Фомич, Данилов Илья, Балун, Ваня Курский тоже полез. Говорит, пить не буду. Хочу быть героем, как Казадоев. Как ты, Кузя, значит, хочет быть. Рассказывай мне, Марусь, рассказывай. Я все слышу. Ну вот, я и говорю, спустились они в шахту. Способу, Кузя. Измайлов Хасан Петрович говорит, вся Россия будет по твоему способу. Весь Советский Союз. Yeah.